Друзья, добрый день. Это интернет-магазин «Во колесо» и очередной наш выполненный заказ. На этот раз на диске Алькаста модель М02. Вот такие мега крутые, мега красивые диски. Вот так вот они выглядят. Посмотрите их параметры. Модель М02 6,5 на 16, 38 вылет, 5,114,3, 67,1 ступица, цвет GMF, что расшифровывается как темно-серый с полированной лицевой частью. Судя по параметрам, вы видите, что это диски на азиатские автомобили. Kia, Mazda, вот такого плана. Подходит на безумное количество разных японских и корейских автомобилей. Цвет GMF, что это значит? Это вот значит, видите, такой вот темно-серый. И вот такие вот полированные спицы. Есть такая полировочка. Собственно, логотип Алькаста. Алькаста очень-очень качественные диски, ходят очень хорошо, имеют все сертификаты, и Ростест, и JVL, и VIA. В общем, очень качественные. Маркировочки все из-за того, что спицы тонкие, нанесены вот здесь. Вот. Покажу вам максимальную нагрузку, видите. Вот я не вижу из-за фотоаппарата, на который снимаю. Максимальная нагрузка 690 килограмм. Почти 3 тонны, ребят. Нагрузка шикарная. Для 16 дисков, конечно, очень здорово. Здорово, что вы сможете посмотреть на диски, на эти, на другие на нашем канале, потому что если вы введете, допустим, в поисковике в каком-нибудь Алькаста М02, вот видите, Алькаста М02, флиф, вы нажмете на фото, то вы можете чуть-чуть удивиться, что фото может немножечко отличаться от того, что вы видите в реальности. Но несмотря на то, что в реальности диски, как правило, смотрятся весьма лучше, чем на фото, но все-таки хочется, наверное, и реальную картинку увидеть тоже. Именно для этого эти видео и создаются специально для вас. Ну, вот так я диск положу, чтобы можно его было еще рассмотреть чуть-чуть под другим ракурсом, под другим немножечко светом. Очень красивые, на мой взгляд, диски, просто реально кайфовые. Стоимость их 3375 рублей. Очень приятная цена, друзья, очень. Для июля 2016 года прям очень хорошая. Поэтому, если хотите такие, либо любые другие, не стесняйтесь, звоните. Вот наш телефон, заезжайте. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал на YouTube. Куда же без него. Друзья, очень буду вам признателен за вашу подписку. Все остальные контакты в описании. Группу ВКонтакте вы видите, если еще не закрыли всплывающий баннер. Прямо у вас на экране vk.com/воколесо. Ну вот, собственно, она. Друзья, пишите, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Пока-пока.